Титул в Майами стал для белорусских 20-м в карьере. И уже завтра в обновленном рейтинге Всемирной теннисной ассоциации Азаренко вернется в топ-5. О триумфе Виктории Станислав Липский. Менее 8 часов понадобилось Виктории Азаренко, чтобы выйти в финал премьера в Майами. Одержав 5 убедительных побед по дороге к решающему поединку, белоруска не проиграла ни одного сета. На этом фоне россиянка Светлана Кузнецова, потратившая более 11 часов по дороге к финалу, выглядела явным аутсайдером титульного матча. Но счет 4-4 в личном противостоянии все же заставлял Викторию сверхсконцентрированной выходить на корт. Правда, специалисты понимали, в этот вечер исход дуэли зависел только от белорусской. 6-3 в первом сете, 6-2 во втором. И герой Беларуси завоевал свой 20-й титул в карьере, став всего лишь третьей теннисисткой в истории, кто в один год победил и в Майами, и в Индиан Уэллсе. Для меня большая честь оказаться в компании великолепных чемпионок. Это еще сильнее вдохновляет меня и мотивирует на то, чтобы продолжать работать. Потому что это прекрасное ощущение. Спасибо болельщикам за поддержку. В этом сезоне белоруска уже затмила первую ракетку Серену Уильямс. 23 матча и всего одно поражение у Вики. Жаль, в рейтинге Азаренко завтра станет только 5-й ракеткой мира. Но американка наверняка понимает, дальнейший прогресс минчанки – вопрос времени. Но это уже совсем другая история. А сейчас... Я жду не дождусь, когда немного побалую себя пиццей. Станислав Липский, агентство теленовостей.